Re, viss ēters ir te! Объем работы тот же, а зарплата меньше. Педагогам стали приходить первые зарплаты после введения новой системы оплаты труда. Причем в одной и той же школе у одного учителя оклад мог вырасти, у другого наоборот упасть. Материал наших коллег из ТВ Курзаме. Объем работы такой же, зарплата меньше. Конечно, не катастрофично. Меньше на 40 евро. Я чувствую, что наконец меня оценили и мне за работу действительно платят. Учитывая то, что я не смотрю на часы, сижу с детьми до вечера, добиваюсь результатов. Учителям Лепы зарплаты уже выплатили. И они уже констатировали, что надбавку получат те педагоги, которые не просто отрабатывают свою ставку, но и берут дополнительные обязательства, например, готовить детей к Олимпиадам. О ситуации в остальных городах и краях страны говорить пока рано. Мы продолжим следить за развитием ситуации.